даже чек давали, чтобы я поехал, привез, и там записывалась сумма, на какую сумму надо привезти все. Раньше большие были, можно было поехать, привезти. Вот мы с Калмыкии возили, там большие. А сейчас просто не дают, чтобы они выросли. Потому что они полгода, год от силы и все, и забивают. И они не успевают вырасти у них. Дай Бог здоровья нашим мясникам. Берем в деликате. Берем на центральном рынке, на Лани рынок, где у нас мясники работают. Дай Бог им здоровья, их семьям. Пока они работают, и у нас работа есть. Вроде обещают и мастерские сделать, и финансово помогать, и гранты. Ну, гранты тоже были, нам гранты давали. Несколько лет назад было такое. Обещают, что мастерские общие откроют для мастеров и должны все в одном как бы помещении, ну не в одном помещении, одно здание, и каждый занимается своим ремеслом. Ну, так как сейчас турист пошел в Северную Осетию, вообще на Кавказ, должны вроде помочь нам тоже. Вот в 82-м году мне посчастливилось закончить школу. Тогда, в эти года, у нас УПК была на Курской. И там разные профессии, водитель, резьба по дереву, и там чеканка была. И у нас преподавал Эльбрус Базаев. Здесь были художественные промыслы, он здесь работал, его направили там туда. И он обучал со всех школ города, с каждой школы 1-2 человека. Ну, группа была, которых обучали чеканке. И этот с 8 по 10 класс. Вот я в эту группу попал, и 2 года мы обучались в неделю, 1 или 2 раза, вот не помню. В 82-м году закончил 38-ю школу. Многие ребята, кто в мединститут, кто в сельхоз, кто на юриста, кто на программиста. Ну, у меня знания не особо были, на 4-5, ну, в среднем, середнячок. И, значит, у нас в 82-м году на Ватутина ТУ-1 была, техническое училище №1. И там был курс 2-годичный чеканщик-ювелир. Значит, в 82-м году они год отучились и уже должны были перейти на 2-й курс. И я туда подошел, там был директор Сидаков, дай Бог ему здоровья. Значит, я подошел к директору, он сказал, что 1-й год отучились на чеканщика, 2-й год на ювелира. Ну, так как я чеканку проходил, я ему объяснил, что я могу чеканку делать. И он мне сказал, чтобы я пару работ принес показать. Ну, я принес работы, там 2 или 3 чеканки, он посмотрел, посоветовался с учителями, преподавателями. И меня в виде исключения зачислили сразу на 2-й курс. И вот с 82 по 83 год мы, значит, ювелирным делом занимались. Практика проходила здесь, вот на бывших художественных промыслах. Здесь работали ювелиры, и определенное количество попало к ювелирам. Ну, по случайности мне места не оказалось, и меня попросили ребят, кто занимался изготовлением рок-бокала, и меня, значит, к ним определили, чтобы они показали мне, что как. И вот все мои друзья, с кем я на курсе учился, кто ювелиром стал, ну, вот один я, значит, начал
делать рок-бокалы. И после окончания училища меня взяли учеником на художественный промс. Это начало 83-го года. Где-то полгода я был, месяца 3-4 учеником, а потом уже самостоятельно. И в конце года 83-го меня в армию забирают. И в 85-м году я вернулся и продолжил работу. И вот с этого времени по сегодняшний день работаю. Художественных промыслов нету, но все равно здесь вот несколько ребят, еще энтузиасты остались, которые до сих пор не изменяют своей профессии. Да сколько вот, лет уже? Ну вот на следующий год будет 40 лет как. Сейчас мы загладим кромку рога. Раньше наш цех считался вредным, сувенир. Здесь кислоты, вот, костная пыль и так далее, и так далее. Нам в советское время выдавали молоко за вредность. Не только мне, но и деревообработкой кто занимался. Ну, сейчас такого нету, сейчас... Он вредной сеткой не считается почему-то. Но раньше организация подавала списки Министерства труда или куда, я не знаю, чтобы вот таким-то людям вот, за истечением 25 лет полагается ветеран труда. Хотят собрать всех мастеров и посадить в каком-то одном месте, чтобы могли вот туристов приводить и чтобы они наглядно могли увидеть, как изготовляется то или иное изделие. То ли по дереву, то ли кость, то ли глиняные изделия. Вязание и так далее. Куклы у нас делают очень красивые, тоже пользуются спросом. Весь сувенирный ряд у нас в республике есть. Потребности туристические выросли, спрос тоже увеличился. И вот мы пытаемся тоже, чтобы не подвести республику, пытаемся тоже что-то делать. Убираем все заусенцы, швы. После пайки. Все, сейчас можно приступать к полировке. Ребята из художественного училища приходят, и с ГМИ тоже, вот, кто в этой теме находится. И по мере возможности, да, показываем, и дипломные работы они здесь делают. Ну, как вот у других моих товарищей, у меня не получается так вот им показать. Ну, показать показывай, но глубинно так их... Это очень такая работа специфическая, пыльная, грязная. Ну, не все хотят. Вроде вот у меня у самого сын тоже, вот 7-е училище там было тоже, ювелир, тоже закончил. Ну, пока, может, он молодой, еще не осознал, но, может, когда-то придет к этому, что своими руками что-то делать, это, как говорится, на кусок хлеба всегда заработаешь в работе. А так это работа усидчивая, надо чуть-чуть усидчивость иметь, чтобы работать. Потом все же здесь не так, как пошел на базар и купил там какие-то заготовки. Все, металл там, рога там, у ребят надо брать, в деликате, у мясников. Зеленку на базаре, парафин в другом месте, круги самому надо куда-то пойти, чтоб тебе пошили. Все где-то, везде где-то дефицит. Такого нет, что вот в одно место пришел, отоварился, шкурку на базаре надо купить. Все. Ну, раньше в советское время все централизовано. Мельхиор получали. Цепочку, припой, все получали на склад. Рога тоже, вот я же говорю, вот в Элисте, ну мы туда сами ездили, сами привозили. А вот мельхиор, цепочку,
припой, вот чем мы работаем, кислоты, все централизовано. У нас был склад, завсклад все это принимал под роспись. И наши мастера, начальники цехов брали и нам выдавали под роспись определенное количество металла, ты должен сделать столько штук, определенное количество припоя, олова, все, да. Потом у нас здесь был, помимо завсклада, были кто реализацией занимался специально по всем городам России. Даже одно время вот игрушки здесь делали мягкие, на Кубу отправляли на экспорт. В советское время, да, начиная от клея, все. Все буквально получали централизованно. Мне один раз даже официально я отходы завез Мельхиора, меня записали, сколько килограмм, что. Переплавили, прокатали и дали мне, выдали уже продукцию листовой Мельхиор. И обходилось не очень дорого. А сейчас Мельхиор очень дорого стоит. Тяжело приобрести по финансовым. Если 5-10 килограмм, ну, завод меньше 300 килограмм не отпускает. Раньше он стоил 1500 килограмм, сейчас стоит 2500, 2000. И вот 300 килограмм умножьте, и какая сумма выскакивает. Я сам вот приобрел металл, взял кредит и приобрел металл, чтобы работать. По-другому никак нельзя. Вот выплачиваю кредит и пытаемся выжить, а как? По-другому никак. Обид никаких нету, так что благо так, лишь бы хуже не стало. С каждым годом все хуже и хуже. Ну, мы стараемся, сами тоже шевелимся, двигаемся. Старые связи вот и на заводах, и где, у кого какая вот, с Дагестаном связь есть, с Кабардой, где вот мастера. Мы им помогаем, они нам помогают, так что вот так как-то мы взаимосвязь держим. На выставках тоже часто бываем. И вот кому что надо, вот помогаем друг другу и материалам. Это разная творческая братва. Да, помогаем, а как? Что-то у него нету, что-то у меня нету. То он рога подкинет, я вот металлом помогу. Так что вот стараемся так на плыву находиться. Все думают, что рога лаком скрывает, а это у нас полировка. Сейчас все, чтобы люди знают. Вот паста Гоя, чем полируется рог. Приступаем. Людям приятно делать это, разве плохо? Завтра кто-то тебя встретит, кто-то за столом тебя вспоминает хорошим словом. Вот. Раньше и ансамбли наши приходили, вот брали сувениры. Кто за границу ездил, наш Алан, Симт, другие вот сельхозовские Ристон ансамбль. Раньше часто они выезжали и часто приходили. Также и в турпоездки. Вот, я вспоминаю, вот женщина приходила, дочка скрипкой занималась. Вот она ездила во Францию, я ее вот, тури рога мы ей сделали. Она отвезла, подарили там. Ну, всего не пью, даже в Африке они есть. Ваши рога? Да, ну, это я не хвалюсь, но во всех, куда русский турист, куда ездил, везде есть. Самый проблематичный это вот азиатский козерог и архар. Они массивные и там очень много нюансов мелких выводить. Ну, они редко встречаются у нас, так вот редко заказчики приносят. Ну, у нас в основном вот наш благородный тур
Ну, уже я знаю, как с ними работать. А вот Козерог и Архар, они редко встречаются и редко заказывают, но очень трудно. Ну, и по времени, и по обработке они труднее всего, да, с ними работать. Конечно, пивная чаша сейчас вот в современных условиях вот встречают и наших олимпийцев, и гостей с пивной чаши. Ну, фактически наши предки все вот с рогом встречали и гостей, и почетный бокал давали нашим выдающимся людям, героям, только почетный бокал с рогом, который нужно было осушить, само собой. Вот этот рог африканского быка. 4700 здесь помещается. Но у нас в республике есть, у кого-то мне не говорят, где помещается 10-литровый, 10 литров. Ну, я сам не видел, но мне говорили, что у кого-то такие рога есть пар. Это я привез из Грузии. Они были пара. У меня родственника день рождения было, и он попросил, и я один рог подарил. Он даже на таможне меня остановили. Я сказал, что с Грузии. Мне говорят, откуда в Грузии такие рога? Я говорю, там у них тренер работал в Африке. И вот он привез, видимо, и вот так. А китайцы не перехватили эту инициативу? На Алиэкспресс не появились еще эти рога? Это не станочная работа, а то бы они давно уже, само собой, уже перехватили бы. Это все вручную надо делать. На работу хожу с удовольствием. На работу, если с удовольствием не ходишь, это надо бросить эту работу. Я бы, наверное, столько лет не работал. Многие вот как перелетные, тут год-два поработал, тут 3 года поработал, туда-сюда. Надо одним конкретно заниматься и в этом виде творчества ты чего-то добьешься. Со всей России, из-за рубежа люди едут, берут нашу продукцию, привозят в свои страны, рассказывают, показывают, видеофильмы, фотографии. Тут очень пластер очень большой в республике. Тем более сейчас вот мамисоном занялись. И везде это же все взаимосвязано, и людей привлечь к работе, к туристическим делам. Кто-то, также и кухня наша, везде популярны наши пироги. То есть это все взаимосвязано, и мы как бы какое-то одно звено вот этого большого туристического пластыря. Ну, грамотно это люди. Грамотные, красивее скажут, конечно. Так, это ПВА у нас. Вот это ПВА у нас немецкая. Цепочку одену. И добро пожаловать в Осетию. Практически у нас рог готов. Вот здесь знаменитый тур наш на Чеканке.